Что там? Уф, какая уф, молодец. Приветствую всем. Как я и говорила уже, сейчас мы будем смотреть камеру, которую мы получили с сайта Беру за 5300 рублей. На всех других она была по 6000. Это камера Digma. Digma 800, встроенный Wi-Fi, 4К, флешка до 64 гигабайт, расширенный динамический диапазон и погружение до 30 метров и 900 микроампер батареи. Сейчас мы откроем. Запечатано все. Так. Вот, обратите внимание. Камера. Здесь прям сверху у нас. Коробочки. Коробочка мягкая. Вот. Так. Посмотрим, что нам еще положили. Документы. Гарантийный талон. Так. И всякие разные боксы, крепления на руль, на шлем и так далее. Обратите внимание, очень много разных креплений. Ремни, шнур, еще крепление, вот такая вот тряпочка, как у всех телефонов и экшен камер, для камеры, и руководство пользователя. Так, обратите внимание, это технические характеристики. Экран 320 на 240 пикселей, видеоформат 4К, формат сжатия 264H. 265. А дальше поддерживаемое разрешение видео 4К. И вот перечисляют. Формат фото JPG. Поддерживаемое разрешение фото. Wi-Fi, интерфейс. Карта памяти microSD. Микрофон динамик встроенный. Языки русский, английский. Батарея 900. Вес 70 грамм, вес комплекта 430 грамм. Также вы можете увидеть здесь комплектация экшн-камера, водонепроницаемый бокс, основное крепление, крепление на руль велосипеда, крепление для плоской поверхности, крепление на шлем, крепление в форме буквы G, адаптер и неподвижное основание, адаптер кронштейн 1, кронштейн 2,
рамка, повязка, бандаж, дополнительный скотч 3 метра, салфетка, набор стяжек, батарея USB и руководство и гарантийный талон. Такие характеристики. А сейчас мы посмотрим камеру. Так, обратите внимание. Камера. Камера в боксе. 4К. Очень симпатичная. А сейчас мы ее посмотрим в деле, насколько качественно она снимает. Так. Вот, обратите внимание, пожалуйста, сняли бокс. Вот такая камера, такая красавица. Очень простое меню. Вот. Ну вот сейчас я вставлю отдельное видео по качеству изображения и звука. А так, всем спасибо. Если вы столкнулись с такой же проблемой, как и я, когда покупали флешку, ни одна флешка не подходила. Все пишет ошибка. Мы делаем как? Нажимаем кнопку, выбираем меню, дальше мы ищем пункт форматировать, опускаемся ниже. Вот кнопка форматировать. Делаем форматирование. Потом достаем флешку. Ставим ее обратно. И все отлично, все работает. Флешка читаема. Так снимает на улице. Спасибо. Заходи, если что.